Поехали. Приходит жена с мужем, так, с консерватории домой. Ну, и говорит жена такая, я что, блядь, мило перекусила. Она, блядь, иди, сука, нахуй, вон, блядь, электропроводку перекуси. Расскажи вот про этого, Серег, про гнома этого, или как его, вот этот, который, ну, в цирке работал. Работал гном, а карлик, лилипут, нахуй, лилипут или карлик, какая разница, нахуй. Ну, блядь, он работал, ну, его взяли за пьянку, уволили, нахуй, он, блядь, такой, нахуй, ебать, блядь, что делать, блядь. А он бухал, блядь, каждый божий день, блядь, из бухла его выгнали, блядь. Ну, и что, нахуй, он, ему нехуй делать, он ходил, блядь, в Толшниловку, нахуй, блядь, в пивнушку, нахуй, где, блядь, это самое, за бесплатно, на халяву мог выпить, нахуй. Его угощали, блядь, за то, что он всегда прикалывался, всегда приколы какие-то выдавал, нахуй, неестественные, блядь, там, пиздец, нахуй. Ну, а тут, нахуй, приходит, он, блядь, это самое, не может ни приколоться, вроде, ничего, нахуй, ебать. Ну, хочет дозу принять, блядь, в водочке, нахуй, с пивком, нахуй, там, блядь, вроде такой расклад, нахуй, ебать. И он такой, нахуй, к мужикам подходит, а ебать, ну что, хочешь выпить, да, ну выйди какой-нибудь прикол. Он такой, ладно, блядь, думает, потом говорит, сейчас, ну, сейчас выйду на улицу, а как раз была зима, нахуй, 40 градусов мороз, блядь. И он такой в сторонке отошел, блядь, от пивнушки и стоит такой, вроде как замерз, а он на ребенка похож, нахуй, маленький же, нахуй. Ну, и он такой стоит такой, блядь, дрожит, нахуй, женщина подходит к нему. Ты чё, ребеночек, нахуй, стоишь, блядь, самое. Замерз, да? Замерз, блядь, пиздец, нахуй, что ли, блядь. Ручки, да, замерзли. Да, ручки замерзли, я хочу пописать. И она берет, нахуй, ему шинку растягает, блядь, вытаскивает, как охуел, блядь, там такая елда, блядь, нахуй, с такими яйцами, блядь, и с такой волосней, нахуй, ебать, блядь. И она как шарахнула в сторону, блядь, ебать. Ну, они говорят, пойдем, блядь, мы тебе сейчас, нахуй, водочки, блядь, и пивка нальем, блядь. Вот и все. Да, слушай, блин, можно фильм снять. Нужно. Так, а вот этот про яйца и змею. А, жена на работу собирается, блядь. Ну, а муж-то дома нет, нихуя, ебать, блядь, всю ночь где-то бухает, нахуй, ебать. Ну, и наказ дает своим детям. Вот папа придет, разденьте его, только трусы не снимайте. Она, почему, блядь, дети, вот, а почему трусы не снимать? Потому что в трусах там у него в гнезде. Змея, там она сидит на яйцах и гнездо. Ну, они, да, поняли, блядь. Ну, она с работы приходит вечером, на. Ну, что, дети, они бегают, радуются, блядь, говорят, что такое, блядь, она, мать говорит, блядь, что такое. Да вот папа пришел, блядь, нахуй, блядь, пьяный, блядь, все, нахуй. Мы его раздели, блядь, взяли трусы, сняли. Змею убили, яйца покололи, а гнездо сожгли. Вот такая хуйня. А вот эта беременная, кто там была? А, нет, про армян. Что про армян? Ну что? Что там армян? Армян-то не в жопу ебу, и только ебут в жопу, нахуй, вроде того, блядь. Такое, это, может, миф, может, и реальность, нахуй. Ну, во, блядь. Армян на русской бабе женился. Ну вот, нахуй, хуякс, блядь, а теща, блядь, услышала там где-то такое, вот что они в жопу только ебут, нахуй. Смотрит, блядь, год живут, два живут, три живут, детей нет, нахуй. Ну, она поехала туда, к дочке, и к зятю, нахуй. Ну, блядь, хуякс, блядь, нахуй. Заходит такая, смотрит, блядь, нахуй, хуяк, а как, блядь, сказать дочке-то, блядь, деликатно, нахуй, что, блядь, она не обиделась, там, тыры-пыры, там. Ну, у дочки спрашивают, блядь, что-то детей, нахуй, внуку хочу, блядь. Она, да вот, блядь, видишь, ничего не получается, дочь говорит, не получается. Она, о, дочь, он тебя хотя бы когда ебет, переворачивает. Она, ну, если переворачивал бы, то дети были бы, нахуй. Какая хуйня. Слушай, спасибо.